пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, потепление. Днем 0 плюс 2 градуса, ночью минус 1, минус 3. Ветер юго-западный 5-7, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, небольшой дождь. В светлое время суток плюс 2, в темное минус 1 градус. Западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 2, ночью минус 1 градус, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет дождь, днем плюс 1, ночью минус 2 градуса, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.